Правительство Бурятии, возможно, станет соучредителем Эко-альянса. Таким образом, власти вновь пытаются поднять на ноги регионального оператора. Напомню, сейчас ответственная за вывоз мусора компания работает только в минус. Больше половины населения республики уклоняется от уплаты. Как итог, только за последние полгода жители не заплатили около 200 миллионов рублей. То есть там возникла задолженность перед расчетом за перевозки и по другим статьям, то есть потому что сбор, собираемость, она отставала, то есть от тех затрат, которые за это время проведены. Выбраться из долговой ямы решили с помощью большого кредита. Схема проста. Есть акционерное общество «Республиканский мусороперерабатывающий завод», учредитель которого правительство Бурятии. Завод выкупает половину доли у многострадального Эко-альянса, а также заручается поддержкой властей в виде госгарантии. Именно она позволит заводу взять крупный кредит у банка на 200 миллионов рублей для дальнейшей работы регионального оператора. В течение двух лет данные денежные средства ежемесячными платежами будут возвращены и погашены перед банком. Принимать такую инициативу или нет, теперь должны решить депутаты Народного Хурала на следующей сессии. Она пройдет 5 ноября.